занимает стратегически важную высоту у переправы через реку Нор и величественно возвышается над верхним районом города Килькенни. За более чем 8 веков своего существования замок много раз перестраивался и расширялся. В современном облике замка Килькенни гармонично сочетаются различные архитектурные стили. Первый каменный англо-нормандский замок на этом месте был построен в первом десятилетии XIII века для Уильяма Маршалла, 4-го графа Пембрука. В 1391 году замок приобрел Джеймс Батлер, 3-й граф Ормонда. Почти 6 веков после этого замок был основной ирландской резиденцией влиятельной семьи Батлеров. В 1967 году Артур Батлер, 6-й маркиз Ормонда, передал замок народу Килькенни за символическую плату 50 фунтов стерлингов. С 1969 года замок находится под надзором управления общественных работ. В нем неоднократно проводились значимые проекты, археологические раскопки, реставрационные и консервационные работы.